А теперь о спорте. В итальянской Марбелле завершился шестой этап Кубка IBU. Владимирский биатлонист Алексей Слепов не совсем удачно выступил в двух гонках. В спринте он стал 29-м, а в гонке преследования пришел к финишу 11-м. Кстати, пасьют стал последней гонкой сезона в Кубке IBU. В этой дисциплине Алексей Слепов набрал 130 баллов и стал обладателем малого кубка. Это первый трофей нашего спортсмена на международной арене в биатлоне. В общем зачете Слепов занимает четвертое место.